Вы знаете, кто такой разведчик интересных дел? А ребята из летнего лагеря «Кипарис», не задумываясь, ответят на этот вопрос. На месяц Кировский центр детского творчества «Хибины» превратился в настоящую школу разведчиков. На почти секретном объекте побывала и наша съемочная группа. В школе разведчиков выпускной экзамен. Вроде игра, но все серьезно. Ребята разгадывают шифровки и головоломки, показывают навыки командной работы, проявляют ловкость и смекалку. За каждое правильно выполненное задание – звезда. Которая из команд наберет их больше, та и победила. Разведка интересных дел – это достаточно широкий перечень игр, занятий. Ребята у нас разведывают дела как в городе интересные, так и замечают, что у нас происходит в лагере. И в конце недели они, соответственно, делают какую-то интересную газету о том, как они провели это время, как они провели неделю, что у них было интересного. Список дел внушительный. Пушкинские чтения, театральные постановки, просмотр фильмов военной тематики. А вот туристическую программу пришлось урезать до минимума. Погода не позволила как следует порезвиться на улице. Но ребята, юные разведчики, все равно довольны. Очень интересно. Очень интересно. Весело. Все запомнилось. Да, очень все запомнилось. И хочется еще раз посмотреть. Да, хочется еще раз посмотреть, ходить еще на следующие смены. И хочется, чтобы лагерь не кончался. Мы ходили в поход и плакаты рисовали. Еще ходили в квесты, еще были. Еще мы ходили по городу, мы развлекались. Я научился, что надо быть в команде и что надо соперников тоже надо поддерживать. До начала следующей смены остались считанные дни. В июле в Кипарис приедут почти 40 ребят. Тема их месяца – «Радуга талантов». Зажигать звезды будут в спорте, творчестве и науке. Скучно не будет никому.